Значит, с момента получения сообщения на пульт оперативного дежурного областной службы спасения до момента прибытия прошло примерно 15-17 минут. Значит, выдвинулось первоначально 2 единицы техники, 10 человек личного состава на двух автомобилях. Через 20 минут после данного момента прибыло еще 3 единицы техники, еще 12 человек личного состава с дополнительным оборудованием. Поэтому сроки прибытия достаточно оперативные. К моменту нашего прибытия на место уже находились пожарно-спасательные расчеты МЧС Главного управления по Саратовской области. Вот, значит, прибывшая на место наша реанимационно-спасательная бригада вместе с врачом-реаниматологом тут же, значит, приняли на борт пожилую женщину для оказания ей помощи медицинской, которая была в дальнейшем силами, опять-таки, реанимационно-спасательной службы госпитализирована в 6-ю городскую больницу. Дежурное подразделение, возглавляемое, ну, как бы я первым на место тоже приехал, поэтому сам возглавил звено. Значит, мы вскрывали двери на этажах вместе с пожарными расчетами, занимались эвакуацией, значит, населения, жителей подъезда дома, где произошел взрыв, хлопок газа. Соответственно, также одновременно с этим прибывшие дополнительные силы спасателей областной службы спасения развернули временный пункт обогрева, которым достаточно большое количество людей, ну, свыше, наверное, 200 посещений. Вот, в нем был, опять-таки, учет в такой момент никто не вел, да, кто заходил, грелся, там безостановочно работало тепловое оборудование газовое, и в том числе и жители, и работники, которые принимали участие как со стороны службы спасения, так и со стороны скорой помощи, значит, МЧС, обогревались в данном помещении. Значит, чуть позже было выставлено в силу того, что загрузка данного модуля временного пункта обогрева была большой, был выставлен второй пункт обогрева. Вот, также происходили, значит, работы по, значит, оказанию помощи, это уже впоследствии, когда были, значит, пожар был и локализован, и ликвидирован по разбору завалов в указанном направлении. Следующий момент, значит, в том числе спасатели, участвующие в данном мероприятии, оказывали, производили эвакуацию вот ребенка 6-летнего с первого этажа, который, как потом выяснилось, был вот, собственно, в квартире, где произошел взрыв. Пока по неизвестным причинам, официально неизвестным причинам, он, значит, был на первом этаже. Вот, его, значит, спасатели как раз достали, там была заблокированная дверь на первом этаже. Значит, извлекли из помещения, тут же подоспели работники скорой помощи, вот, ну и собственные родственники, бабушка данного малыша, который, собственно, дальнейшая судьба, уже занималась там скорой помощью. А на данный момент у нас там находится одна единица временного пункта обогрева, вот. На данный момент там дежурит бригада скорой медицинской помощи. Вот. Но, в принципе, это уже работа администрации города. Они занимаются устранением последствий и восстановлением там оконных проемов, дверных полотен. Как сказал вчера глава города Саратова Валерий Николаевич. И в том числе они восстанавливают все коммуникации, которые уже, это, насколько у нас есть оперативная информация, почти в полном объеме восстановлены, ну, я так понимаю, за исключением только двух вот этих вот квартир, которые, я тоже думаю, что в ближайшие прямо буквально часы будут запущены. Вы, получается, соближайшие, да, соседи? Да, да, выбил, потому что к нам. Ну, вот здесь вот. Что осталось? Ой. Ага.
как? Раздался взрыв, дом весь аж дрогнул. Я быстрее вылетела на балкон, посмотрела. Смотрю, там на улице, на детской площадке валяются все рамы от окон, балкона и всего. Но я думала, на улице что-то взорвалось. А потом, когда ребенок начал кричать, и второй хлопок уже когда послышался, ну тут все, я выглянула в дверь, а там клубы черного дыма. Уже прям надо было срочно бежать, поэтому схватила паспорт кота и вперед. Быстро все соседи эвакуировались, да? Ну, подъехали быстро, все машины, пожарные, МЧСники, кого-то через окна, кого-то так выводили с масками. Я тут в первых рядах выбежала. А теперь вот что вот с жильем, вот где теперь вы все? Ну, родственникам, да.